Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим двухканальный усилитель от компании Blaupunkt, модель VA275. Поставляется он в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию его. Здесь находится провод для подключения высокоуровневого входа, 4 самореза, небольшая инструкция с гарантийным талоном и схемами подключения. Ну, также сам усилитель. Корпус наполовину металлический, наполовину пластиковый. Боковые эти у нас накладки пластиковые. Подключается на 12 вольт данный усилитель. Разъемы для подключения, предохранитель на 30 ампер имеется. Также разъемы для подключения каналов, регулировка срезов и пара линейных выходов. Также разъем для высокоуровневого входа. По габаритам высота усилителя составляет 26 сантиметров. Длина 24 и по высоте, по толщине, вернее, 51 миллиметр. По весу около 2 килограмм весит данный усилитель. По мощности данный усилитель выдает при сопротивлении 4 Ома. Номинальная мощность на 2 канала по 75 Вт. При подключении мостовом 210 Ватт на один канал получается. При сопротивлении 2 Ома на 2 канала выдается по 105 Ватт. Усиление низких частот здесь от 0 до 12 дБ. При покупке на усилитель обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.